цікаво.다가 태맹기 엔다 비규 난데 다 지수 마셔봐 장성으로 그 주문도 안에 저지 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 독수리 엔 장수 깡 엔이 대지 장진 다 저서 미지 세제 엔이 장성으로 리야 성지유 那今天再次 对 Это учение было организовано учениками из Тайваня, из различных буддийских центров Тайваня. В основном организации. Я хочу всех вас поприветствовать на этом учении. Да, 在说话前必须要打个哈欠才可以。 Первое, что я сделаю, я чихну. 打个喷嚏，说错了。哦，现在咱家里啊，呃，今天这个，啊，电喷嚏，咱梦想的对，电喷嚏，咱中国不要的，嗯的，呃，大家这个，如今中年之辈那样。 빨리 쉬운데 다 당구 차야 되기 아래 차지도 인데 지난주 때 한다 태릉 그런서 근데 다 개인적인 증이 있어서 자장가 한다 뒤 대한인다 빨리. 那在传法前我们先会念诵佛经. Основа буддийской дхармы это виная. Говоря в хронологическом порядке, сначала у нас появились писания палийского канона, держащие в себе учение Будды. И у нас есть монахи, представляющие палийскую традицию. Мы попросим их прочитать сутру Мангалам, относящуюся к палийскому канону. Пожалуйста, сутра Мангалам. Sambhakavato Arahato
不需要把那些贫穷的人赶走，把他们摆在那边就好了，不需要赶走他们。 Здесь кто беспокоится о людях, которые прибыли из Кинура, с Питси. Охранники их куда-то отправили в другое место и просили их уйти, когда они попытались расположиться на проходе. Времена Будды, как-то раз царь Прасанна Джита
пригласил Будду и сопровождающих его монахов на обед. Состоялся обед. После обеда была проведена практика посвящения заслуг, которые были накоплены спонсорами, в том числе теми, кто подносил эту еду. И поскольку этот обед был поднесен царем, Будда должен был посвятить заслуги царю. На самом деле Будда посвятил заслуги нищему, который располагался за стенами дворца. Почему Будда сделал так? Потому что царь, когда он совершал такое подношение Будде, скорее всего, думал о своем добром имени, о своей репутации и так далее. А вот нищий, который молился искренне за стенами дворца, скорее всего, он был чист в своих молитвах. Вначале мы прочитаем Сутру Сердца на китайском языке, а потом китайцы также совершат молитву, состоящую из одной строфы. Сутра Сердца. Thank you.
ちょっとね、セッターじゃんって、ペシソプレ。だってね、シルニングマーチェ。で、しゅうで、シルニング、たじゃじゃ。まあ、たじ、だめだとにいるばだ、ペドマドいるばすよれ。だから、ね、チェジェンディマーソンにですね、チェジェンシダランドデビュー。ディリチェディマーソン。だってだたんじゃ、 名字打造不行呢，因为东尼讲了嘛，带了跑去，用这个多啊，就是白头毛的，就是把它穷人滋味呢，满着，但白头毛的，就是把它呗，那毛的讲给持续的去吃，用什么的把它写的，去吃，等那地学过的，我的东尼是吧？哎呢，就是做的早些的，哎呢早些的，它持续的些，那就锻炼的有，都行的。接下来我们会用藏语。 Далее прочитаю строфу восхваления Праджня Парамиты, мудрости всех Будд. Кажется, ее читал Рахула, сын Будды Шакьямуни. Затем я прочитаю мантру Сутры Сердца. Что касается Сутры Сердца, Будда там перечисляет различные объекты, форму, звук и так далее. И когда он заканчивает перечисление всех этих объектов, он устанавливает пустоту. Он говорит о том, что все эти объекты существуют всего-навсего на уровне ярлыков, на уровне наименований. Поэтому, что касается содержания Праджнапарамита Сутр, то в неявной форме, в подразумеваемой форме, в них излагаются этапы следования по пути. А в явной форме, явное содержание этих сутр — это пустота. Я прочитаю строфу восхваления из Абхисамая Ламкары Майтрея, который представляет собой комментарий к сутрам Праджнапарамиты. А также я прочитаю строфу восхваления из Булмадхьямка Карики Нагарджуны. Читали четыре раза. Простираюсь перед Матерью Будд Шравакой Бодхисаттв, которая знаниями всех основ приводит к полному успокоению ищущих умиротворения Шравак, а тех, кто творит пользу скитальцам посредством знания пути, наделяет силы и осуществляет цели мира, с которой праведные Будды провозглашают все дхармы во всех аспектах. Простираюсь перед совершенным Буддой, превосходнейшим из проповедующих, тем, кто изложил взаимозависимое возникновение, нет ни пресечения, ни рождения, ни прекращения, ни постоянства, ни прихода, ни ухода, ни различия, ни единства. Так умиротворяется ум построения и обретается покой. Чи,
тези тези гягали йодебеда, ганда чинанга дунда йонзоло ма сумсе, дусе яре. Дат иди, мазу ломни гяга яре. Ломни гяга шумди иди, ганда ине налинде кебе омбуди иди, дан зэншеве шум, дан штанчаде яре. Дат ине инду нэди, тэнга пэнэ, гэнчу чонин сэчэги, мазу дусе. Дезинэв чик сэчэ, мэлам дэнде, пасу сонду дэнде ачи яре. Тогда дина ла, эни лобен санжи янда, чеки дао чава да, шива ла да, дзи чай дина ла мидуа. Тала сове, эни ла да, эни пагу джеди да, эни дао ни синга да, лобен синга самула сова, ода дзи чай ди, эни дина ла цу нэмбэ гев чай. Ова бинжу чу дингу санжи чи, ада нима да, дуза чивли. Чайни ла, дин санжи ди тариштан, нима тангу ди тиштан шоу мула сам чай чу. 藏传佛教最主要是从极护论师。Буддизм, который получил распространение в Тибете, это буддизм традиции Наланды. Это линия преемственности Наланды. Буддизм также получил распространение в Китае. Это тоже, он тоже черпал свои истоки из того же самого источника. Если мы посмотрим на литературу, доступную в тибетских переводах, то, может быть, конечно, у нас нет каких-то весьма специфических текстов, которые относятся к определенным школам. Например, у нас нет определенного текста традиции Сутрантика, но у нас также есть тексты по философским воззрениям Сутрантики и другим философским школам. Поэтому так или иначе мы изучаем все четыре школы философской мысли буддизма в наших философских университетах. Те тексты, которые мы изучаем, на самом деле были написаны учителями традиции Наланды, учителями монастыря Наланда. Прежде мы читали молитвы восьми наставникам традиции Наланды, куда относились Нагарджуна, Арьядева, Асанга, Васубандху, Дигнага, Дхармакирти, Гуна Прабха и Шакья Прабха. Гуна Прабха и Шакья Прабха назывались двумя наивысшими. Но плюс к этому я написал дополнительную молитву, добавив к этому списку еще 9 других наставников Наланды, получив таким образом 17 наставников Наланды, добавив Шантидеву, Буддапалиту, Мактисену, Альхарибадру, Шандаракшиту и других учителей традиции Наланды. И поэтому сейчас мы прочитаем эту молитву в этот первый день наших учений. Рожденный силой сострадательного намерения принести пользу живым существам и величием, превосходящей даже богов, ты достиг наивысшего уровня в защите, отбрасывании и постижении, проводник существ, ведущий к освобождению посредством учений о взаимозависимом возникновении, могущественный Шакьямуни, солнце среди учителей, с преданностью я тебе воздаю почтение. Блестяще прояснивший смысл самой реальности, высшее намерение матери Праджня Парамиты посредством глубоких логических доводов, основанных на взаимозависимом возникновении, основатель традиции срединного пути Мадхьямакин и лучший из колесниц Махаяны, как было предсказано Буддой, Нагарджуна, тебе возношу молитвы. Главный из духовных сыновей Нагарджуны, наивысочайший из ученых и практиков, овладевший философии бесчетного множества школ буддийских и небуддийских, славная драгоценность в венце последователей традиции Нагарджуны, Бодхисаттва Арьядева, тебе возношу молитвы, прояснивший мудрое намерение ариев, наивысший смысл взаимозависимого возникновения, а также глубокие и важнейшие моменты, касающиеся номинального существования лишь как обозначения именем, достигший уровня наивысшего ситхи, благородный Буддапалита, у твоих стоп возношу молитвы, великий Пандита, основатель всеохватывающей системы, отвергающий крайности, такие как возникновение истинно существующего, и принимающий достоверную логику и внешние объекты, воспринимаемые всеми, Ачарья Бхава Вивека, тебе возношу молитвы.
проработавший и разъяснивший полный путь сутры и мантры, искусно преподавший глубокую и обширную традицию срединного пути, проявлений пустоты, где устраняются две крайности посредством постижения взаимозависимого возникновения и одной лишь обусловленности, достославный Чандракирти, тебе возношу молитвы. Великим множеством глубоких и обширных логических доводов, искусно раскрывший собрание удачливых учеников, удивительный и превосходный путь великого сострадания, Бодхисаттва Шантидева, тебе возношу молитвы. Основатель традиции, искусно сочетающий Мадхьямаку и Праману, преподавший срединный путь двух видов пустоты в соответствии со способностями учеников и принесший учение Будды в страну снегов. Великий настоятель Шандаракшита, тебе возношу молитвы. Блестящие изложившие ступени созерцания, согласно сутре и мантре, совмещая воззрение срединного пути, свободное от крайности и единство Шамадхи и Випашьяны, ясно раскрывший безошибочные учения Будды в стране снегов, благородный Камалашила, тебе возношу молитвы. Направляемый Майтрей и окруженный его заботой, ты трудился на ниве распространения всех сводов учений Махаяны, искусно изложивший путь обширных деяний, основавший традицию Читаматра, как было предсказано Буддой, благородный Асанга, тебе возношу молитвы. Хранивший традиции семи трактатов Абхидхармы и двух видов пустоты, прояснивший философию Вайбхашики, Саутрантики, Виджнанавады, превосходнейший из ученых, известный как второй всеведущий Будда, Ачарья Васубандху, тебе возношу молитвы. Знаток логики, дарующий око различающей мудрости, являясь сотней путей, ведущих к достоверному познанию, неопровержимой логикой проясняющей учение Будды, благородный Дигнага, тебе возношу молитвы. Ты полностью постиг все разделы логики, буддийской и небуддийской, и посредством логических доводов способствовал обретению прочного знания, глубокого и обширного подхода в сутрантике Читаматры, умело преподавая удивительные учения, славный Дхармакирти, у твоих стоп возношу молитвы. Ты зажег светильник, проливающий свет на украшение ясных постижений. И смысл прачня Парамиты, как было объяснено Асангой и его братом, в соответствии с традицией срединного пути, что за пределами крайности бытия и небытия. Ария Вимуктисена, у твоих стоп возношу молитвы. Как предсказано Буддой, ты объяснил прачня Парамиту в соответствии с наставлениями, полученными от заступника Майтрея. Прояснил смысл всех трех матерей, краткой, средней и длинной, сутр прачня Парамиты, наилучших из текстов. Ачарья Харибадра, тебе возношу молитвы. Ты блестяще подытожил значение обширного собрания учений Винай и превосходно и безошибочно объяснил Партимокшу, обет личного освобождения в соответствии с традицией Сарвастивада. Неуклонно соблюдающий дисциплину, великий ученый Гунапрабха, у твоих стоп возношу молитвы. Ты овладел сокровищницей, достоинств трех тренировок, и превосходно объяснил смысл обширных писаний, дабы сохранить безупречные учения о монашеской дисциплине. Наилучший хранитель Винай, Шакья Прабха, у твоих стоп возношу молитвы. Благословение чая и хлеба. Ты объяснил все глубокие и обширные учения Будды как пути для существ трех видов духовных способностей и способствовал процветанию учений Будды в стране снегов. Добрый и драгоценный владыка Атиша, тебе возношу молитвы. Силой моих молитв, вознесенных с ясным умом и нерушимой верой, обращенной к этим блестящим ученым-философам, что словно украшение придают величие и красоту нашему миру и служат наилучшим источником стольких удивительных и превосходных учений, пусть будет благословлен мой ум, дабы он обрел зрелость и был приведен к освобождению. Пусть силой этого благословения я смогу заложить фундамент пути к свободе, постичь основополагающую природу реальности и значения двух истин, достичь убежденности в четырех истинах и в том, что как самсара упрочивается и пресекается, и силой достоверного познания взрастить прочную веру в три драгоценности.
Пусть силой этого благословения я смогу овладеть неподдельной бодхичиттой, а также ее корнями, отречением, устремленным к высшей цели, совершенному освобождению, где полностью умиротворены все формы страдания и их причины, а сострадательное намерение защитить всех существ безгранично, как безграничное пространство. Пусть силой этого благословения я без труда приведу к нерушимому пониманию всех глубоких моментов путей колесницы запредельного совершенства и ваджраяны посредством изучения, размышления и медитации о смысле классических трудов великих наставников-первопроходцев. Из жизни в жизнь пусть стану я обретать совершенные условия и выполнять три тренировки, трудиться на благо учений, как великие наставники-первопроходцы прошедших времен, и учением, а также практикой поддерживать и развивать передачу и понимание дхармы. Пусть в каждом сообществе будет все больше и больше великих ученых и практиков, избегающих безнравственных и ошибочных способов поиска пропитания и посвящающих время обучению и размышлению, преподаванию учений и медитации, чтобы весь мир стал еще прекраснее и великолепнее. Силой этой молитвы пусть я быстро пройду все пути и этапы всеобъемлющего подхода, что сочетает сутру и мантру, и достигну уровня всеведущего Будды, спонтанно приносящего пользу себе и другим, и стану исполнять желания существ, как существует пространство. Его святейшество говорит, что в аудитории, наверное, есть люди, которые выучили наизусть эту молитву, обращение к 17 пандитам Наланды. Есть среди тех, кто приехал на учение такие? Спрашивает его святейшество. Я обычно говорю, что тибетская буддийская традиция, которая получила распространение в стране снегов, берет свои истоки в университете Наланда. Почему я написал эту молитву обращения к 17 пандитам Наланды? У меня было две причины. Во-первых, есть люди на Западе, которые называют тибетскую буддийскую традицию ламаизмом, как будто бы она не относилась к истинному учению Будды. Можно сделать такой вывод. Все четыре основные школы буддизма, получившие распространение в буддизме, сакью, гелуг, кагью нингма, все они имеют свои истоки в традиции Наланда. И все мы представители четырех основных традиций тибетского буддизма изучали классические буддийские сочинения, которые были написаны учителями традиции Наланда. Для того, чтобы понять, что такое тибетская буддийская традиция, что это не какой-то ламатизм, что это не какой-то ламаизм, но это то, что опирается на традицию Наланды, я написал молитву обращения к 17 пандитам Наланды. Вторая причина заключается в том, что
所以让我们知道啊提醒有这样提醒的作用。这样的话，我们大家среди представителей наших различных школ тибетского буддизма наблюдается такая тенденция уделять слишком большое внимание ритуальным церемониям, а не изучению классических трактатов учителей Наланды. Если говорить о тантрических практиках, конечно, тантрические практики могут немного отличаться в различных школах тибетского буддизма, но если говорить об источнике, то наш общий источник — это писание учителей Наланды, и поэтому нам нужно вернуться к корням, к сочинениям, которые были написаны учителями традиции Наланды. Вот почему я подчеркиваю, что тибетский буддизм — это традиция Наланды. Если мы возьмем Нагарджуну, например, то Нагарджуна был одним из восьми видьядхар, о которых говорится в традиции Нингма. Что касается учения, которое мы будем даровать сегодня, оно посвящено коренным строфам о срединности Нагарджуны, Мулмафьяма Какарика. Этот текст у нас есть на тибетском языке, он переведен. Кроме того, этот текст также переведен и на китайский язык. На самом деле, на китайский язык этот текст был переведен прежде, чем на тибетский, потому что прежде прежде буддизм был распространен в Китае, уже затем в Тибете. Поэтому перевод на китайский язык был осуществлен прежде, чем на тибетский. Говорят, что он был переведен во втором столетии, так говорят переводчики. Я подумал, что было бы замечательно, если бы я мог дать такое вступительное учение к тому тексту, который уже наличествует на китайском языке, присутствует в китайской традиции, чтобы мы чувствовали, что все мы последователи одного и того же учителя Нагарджуны. Во всех четырех школах тибетского буддизма, Нингба Сакья, Кагью Гелуг, все эти школы являются последователями традиции Наланда. Когда мы говорим о традиции Наланда, мы, конечно, не можем не упомянуть о Нагарджуне, потому что Нагарджуна — это основной источник.
наших учений. Это наш аутентичный источник. Итак, мы являемся последователем традиции Наланда, и поэтому для нас крайне важно признать тот факт, что у всех школ тибетского буддизма общий источник. Учения Нагарджуны и так далее. Потому что если мы начнем делить школы, делиться на школы, то потом сами школы делятся на подшколы. Карма Кагью или Камцан Кагью, Таклун Дрикун и так далее. И так, если мы возьмем традицию Нингма, традицию Дзакчен, то они, в свою очередь, также делятся на подшколы. На подтрадиции. И в школу Гилук также делится на различные традиции, традиции НСАПы и так далее. Мы живем в современном мире, и сегодня мир представляет собой одну целостную семью. Говорим об экономических вопросах или охране окружающей среды, мы должны действовать сообща. И мы, практикующие дхарму, также должны считать себя последователями одного и того же учителя и потому действовать как одна большая семья. Поскольку этот труд, написанный Нагарджуной, Муламадхьямга Карика, был переведен на китайский, прежде чем он был переведен на тибетский язык, что было сделано в 8 веке, пожалуйста, чувствуйте себя так, что вы являетесь по отношению к нам, тибетцам, старшими учениками Будды. Сам забрал. Но хотя вы являетесь старшими учениками Нагарджуны и Будды, на китайский язык по большей части были переведены те тексты, которые относились к читаматре, потому что Шинцан следовал традиции индийского наставника Дхармапала, который сам следовал читаматре, читаматре «Школе только ум». И в силу того, что Дхармапала придерживался позиции «Школы только ум», Чинбен Пуса
Поэтому комментарии к Паламадхьямака Карики предлагались только, тоже в основном с опорой на позиции школы только ум. На китайский язык также был переведен, например, текст Арьядева, 400 строф, но Дхармапала комментировал этот текст 400 строф Арьядевы с позиции Читаматры, и остальные тексты также комментировались именно с традиции Читаматры, но не с позиции традиции Мадхьямаки. Поэтому я могу сказать сейчас, отметил его святейшество, что у нас тибетцев, хотя мы и являемся младшими учениками Нагарджуны, младшими учениками Будды, больше текстов, переведенных на тибетский язык. Я считаю, что для меня это совершенно особая честь, особая возможность преподать вам текст Мадхьямака Карику, Нагарджуны, коренные строфы о срединности. И, конечно, если бы вы могли очень тщательно и подробно изучить этот текст, конечно, это помогло бы нам достичь внутренней трансформации, внутреннего преобразования. Поэтому я считаю, что это особая благая удача, что я могу сегодня преподать вам это сочинение. Что касается сегодняшнего учения, я получил передачу на 6 трактатов Нагарджуны. А Серконга Циншаба Ринпоче, который, в свою очередь, получил эти передачи от Цена Ринпоче. Что касается коренного текста Нагарджуны, я также получил передачу от Куну Лама Ринпоче, Тензина Гьялцена, у которого была передача на все 13 классических сочинений, написанных наставниками Индии. Сегодня учение, которое я преподам вам, будет основано прежде всего на тексте Лама Цзанкапы «Океан логических доводов», «Океан логических рассуждений». В этом тексте он приводит различные логические доводы, заимствованные им из текстов Буддапалиты, Пхавивеки, а также из Прасанапады Чандракирти, и из 4 строф Арьядевы, и из текста Мадхьяма Каватара, или «Вступление на срединный путь». Я не буду вдаваться в подробности, очень подробно объяснять текст Лама Цзанкапы «Океан логических доводов» или «Океан рассуждений», но...
я буду, буду прибегать к его помощи.那至于如何去讲解这个中庸根本会论呢？Что касается порядка преподавания этого текста, преподавания различных глав этого текста, около 30 лет тому назад я даровала учение по 6 трактатам логических доводов на Гарджуны. Тогда это учение было даровано в монастыре Дрипунгла Селинг, в зале, где проводится, на площадке, где проводятся диспуты. Тогда присутствовали Кинсур Пема Гьялцен и другие выдающиеся учителя этого монастыря Дрипунгла Селин. Я давал учение по 6 трактатам на Гарджуны. Что касается текста «Коренные строфы о срединности», я тогда предложил Кинсуру Пема Гьялцен, что порядок, которого я буду придерживаться, будет следующий. Я начну с 26 главы, затем перейду к 18, а потом к 24. Когда я так прояснился, когда я это сказал, Кинсур Пьема Гьялцен, который был выдающимся ученым, философом, он кивнул головой в знак согласия со мной. Поэтому сейчас я поступлю так же. Я преподам вам три эти главы, начиная с 26 главы, затем 18, затем 24. Ну что, вы согласны? Хорошо было бы, если бы вы, старшие ученики, в сравнении с нами, с тибетцами, с этим согласились, кивнули бы в знак согласия. Мы начнем со строфы восхваления, которая в переводе Андросова, который расположен в книге «Учение Нагарджуны о срединности», находится на 219-й странице. Учитывается название этого текста на санскрите и на тибетском языке. Затем хвала восхваления. Хвала трем драгоценностям, хвала величественному прекрасному Манджуши, юному царевичу, хвала учителю, благородному Нагарджуне. Будь то возникновение или разрушение, или любые другие идеи, все они полностью отбрасываются благодаря этому подходу Нагарджуны. Хвала главе мудрецов, который возвестил закон взаимозависимого происхождения. Это восхваление, составленное переводчиками с трактата Нагарджуны. Да,
forgiveness. That's the leuk to us. So, that, Jilikobo, Mijing, the Chigi, the Yang, Chabot, the Yamlin, the Yidi, die, Casu, the Yamlin, the Conic, the Pea, the Yamlin, the one of Tanik, the painting, good reading the Tanyamlin, the Chiviata, Junjik, the Hot Song, Yori. That dinam Zeneta, Sanjeve, any. Junjik, So, that is the same thing. Then, the same thing. So, the same thing. Then I was a young daughter, said the new designer. Any come, Jimmy Rangi, Dujan Nala, any come the member, Naso Yuva Indu, Chicking Hamosomache, come the member, Nasova, Ted Dune, any Dutton Dramenda, Chick Saba Gachis Momenda, that is so. Said that in an any that shizing in a condo, any church and Moji Moduri Sadi, but Jidanta. Missuine, Loria, any chick, Dambachin, Penetta, Chenzin Chachi, that Dambe Chenzin, Penetta or Esachi. You mean to go race? The Dambasiadi, Semusericamari, Dambasiadi, Penny, you go race, Samachi, the Lotti, or Samolo, Loria, Yorota. That tay, the Mitubachi. Other man, the Lord, now that to Parmina to your marriage, said that day, Damasava Shivisha. Tamasa, she was a shot. Lua mete bersih, kau tempat sih kita tua. Ini jenis di, tak jenis di tinju, tak duje, jenis tinju sih itu duje. Tinju duje, tak jenis ini tak tinju kerangsing, tinju di, tak kiau yare, gakau yare, cikta de yare, ini tak kau tak cawat dah, tak duje di yare. Jenis ini baru sana. Jadi tadahlah soko, duje tenjungi, jangan cahaya, duje tenjungi seni itu soro cahaya. Tapi duje tenjungi, siapa tu kecik saya mana? Nampak tema semua, kau duje tenjung tadah tegi, kau rengsi tu tu yang ada mana? Kau siapa tu yang ada mana? Sebenarnya apa? Cewek ini, mata macam mana? Kau yang ada, kau yang ada. Tapi siapa?
Дюдан древу сяди, так и дырпава чайни, дюю цору так. Бэна сарын лэ нюгу, чайни дюнде шеги вар, ди ин тачуру, ло я мар. Реди ини, эни сарын, цам кэдэчини, эни сарын древу ол дугаре, цам кварес. Дава, баба, 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 гэзи, 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 баба, сэн чимэйна, нитрям эвэштуга. Та, лэнде, мата мачарангане, та, джигдэн тагвэкване яварес, та, дэмата шайкюна мэдэвэш. Древу чули че сяги, древу ди, я древу гуне чичай вайна. Кэ дюнде шасен, дюши гу чё, тата тэс лава ине, ко баба, баба, чай вайна, чон ия мэдэвэш. Ва, дюнде индусане, вата, дюнде ги дэнжун, пэгэ луа мэвэчэне, ко пэгэ, коре рэнгшин рэвчэгэ гьёдэ ва, тэнде, дюнде ди, ко ба, гаусо, Тенжун Гаксо Рэнсин Ченге, Тенжун Ти Ши Су Чува Яре, Ши Су Чува Яре Ямаре, Кэ Ши Лу Лу Чува Ре Маре Сэнэ, Лэу Яма Яна, Ши Лу Ла, Нансам Ти Ма Цэмэ, Ча Ва Яна, Сава Нэ Зу Чуа Мэдэ Ва Шэгэ, Тэнэ Ива Инду Заанэ, Нэ Тенжун Кан, Нэ Па, Так Чун Цэна, Танэ Ду Генга Яре Ти, Так Чун Цэна, Нэ Гэва Мэ Ва, Танэ Ду Гагуэ Нэн Ла Гэва Че, Эни дичи сун габа юнгури, ини да шилула, генгалу сова, кая мэба инду цане, эни габа мэба, са тангу ду сун оре, габа мэба, ге мэба. Дага нэшинги гюнла дуэдэ, ришадэ, дэ гаса чугуди, гюнла дуэдэ, эни чэба да, даба мэба, юла дуэдэ, дон мэба. Эни дала дуэдэ чиктаде мэва, вады цунгёре, таде дуэмэ тэнчимэн. Дэнэ инду цанэ, о, чики генга на сова, о, пэгэ санда нэ на сова, чики пэгэ ничу мангу чик, нанцута, ёре. Дэду ёэнэ та дунгэрэ таяга тавши чэгу ёре, дава таяга тавши чэгу ёре, дэду ёре. Ёре дэйнэ, Dewas kare, papa 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 sama tapa ina, ada dewe ju, dewe jen, tapi itu bukan, tapi itu jen. Papa papa sama tapa ini ni amat apa cik. Di ni ibu itu sana, ada sanjur sumber ni orang ni caca ni, ada tebal je sih, tapi tebal je, tebal lama apa je, mawan dah apa tebal je. Jadi ini, tapi tu bego musa de kare apa cewa ina, tapi zahir nama sampai, rasa ni ni mana tuan guru. Kata ini, pungmen, pungbul lehsemen, telatemen, tetemen, dijisewa pungdemen, dijisewa kangsin ini sesuatu itu sana, kian ini amat lebih tua, lebih tua. So, tu saya itu sana, tapa mata macam yang ane, tapa sungsin tahu nasoba, jodoh jenji be caji yedengen, nasoba jadi, tapa nangsur dia macam tu, tangsur jenji cuma ini kian ini amat lebih caju kau ni. Jadi, Nangsam te masipo, takdun chwe lo te ngho le ya, takdun sen yudu zane, ene ngemu le ya, ngoni yudubo tene me deba, ta kanda palmo ne shaya, tsawa ne me deba, ta kanda, ji kanda niya me deba chigi, tongsan chi lo le shaya chigi. Ta tele ya, lengde da su samu lo sun ya re, dungi ki tawa tuandam deba di, kakwa le, kakwa na ne mega re, se sun yung duwa. So, ngana to lo le ne, duk samu shtong da. Peru chai shana, 강고진아라 나나 나나 랑진 샤신도 강고진아 랑진 야마르슬베이나 랑진 메바 녜댕게 롯티기 가르사 랑진 까섬 지기 로샤마도 김도와 다야 칙디 랑진데 야마르데 슬베이나 야 마인가르소 랑진가 가르사 랑진데가 까게 쉬르 신시게버시 팽도 그 로틀레 칙디 탕데 로틀레야 Ini, jadi, tu, kasut tu ke, coba tada sijil macam kau minta, tahu tu tumpang ini saya di, kasut kasut jadi saya ingat ni, tapi di itu sana, anda di coba nyeri saya di, terus itu dah, langsam tempat macam tu, inilah tu jenis, inilah tu, lupa sugar ni kau tahu, ini, kahaya macam tu lor lembu macam ni. Ada jasa jasa di sungai ada, dengan cara cuci tangan sih, ingin langsung ia menanggulu nyonya kecuali mulut sendiri.
印当半年银行里呀，就考手术手术手术钱，第二趟落台啊，就当时云入退呢，台退啊，就不行了，当上就落了下院去，得要的。在第二年就三年，他这个日系三就跌了下，你告诉我个，这个他的年娃洗澡几个，当上落了下院过来，听着当上的，眼皮落地个，哎呢，个思路的。마야르체니에니어나나소고디야샤르유르자네에니아나나소고디지티그유징메네예바싱가서롤셰기요레시그랑그정식샤인거요시지마바모도사디레이메르자네나와샤인르자네어다나유징메네주바테네메드제자네메나야메타다야메七家门上面是一个什么顶的扩大区域在呢？地都是落了下雨的在呢？可哦，但天津门的有些情况了，能够就是当到的就没啥呗。南东啊，南新都东是啊个，南东就没得是啊个，这内部的话。是啊，那第一，哎呢，不，恰当接下的，你们晓得那个是算接没吧？是吧？但可能有的，苏州的所谓就。确定的都是我都了解一点呢，哎呢，恰当落内容个好了吧？哦，他退休，哎呢，啊，那也没得吧？就没得无影上的落地个，个恰当建设有，但不那么大都，主要人民落掉了，我说不给他，那也没关呢，哎呢，恰当的你没得嘛，加用个呀？没得这个这些学过嘛，学应的，所以这印度啊，他真正印度人民人民个，哎呢，恰当个啥啊，都木点子。特都对我电信的下过来，爬下的叫帮托是用个原因就在呢，对帮个台湾原的特都过到三几个赛模拟过，但第一呢，这个你是修啊，材料的对的，你是他的你要修啊，看到这边那我他的话的被可是去年银行的话他去，哎呢去年在那拉了倒霉吧，人家给。当三节课，那么同学前面一些是啊，我就形容你们拿了，搞的，把那个的，把那三个的部队说好，是啊，给部队是啊，清楚是啊，那定不的。去年人家把那下些别干呢，哎，你去年不去，他到了，这个都给退休都到天气适应的，良心真的不的，原来的，这印度，这个热气，特别是那木村、广边、这部的，哎，你，啊，这个告诉我这个，就啥人的。我今天给他看到这个南岛跟日本，这把南岛跟日本，他的话心里爬上的这个心里，哎呢，明年别讲的，他说不给他，我就这么的，特别的出路，但女主怎么喜欢喜欢这个，谢谢这把的这个喜欢喜欢特多这个，都是你切，但特别的哎呢，喜欢国防的人一个，我就在呢，哎呢。看个土生土长的，到我这旁边去，他们就能端不了这碗，是我耐心的，天天的出路，让给娘娘我团呢，哎，你对上了吗？端不了这碗去，做外甥去，妈妈弄去，他把这个吃吃老死。不生亦不灭，不成亦不断，不依亦不异，不来亦不出，能说是因缘，善灭诸习论，我即首礼佛，诸说中第一。所以龙树菩萨在此对于佛陀的что касается вступительных строф, которые находятся в начале этого текста, и говорится, я простираюсь перед наилучшим из учителей, имеется в виду Будда Шакьямуни, который смог преподать взаимозависимое происхождение. Разумеется, все учителя, которые основали различные религиозные традиции, очень помогли всему человечеству, преподав соответствующие учения, и все они несли послание умения прощать, любви, сострадания, самодисциплины, умения довольствоваться малым и так далее. Большинство религиозных традиций, в особенности теистические традиции, делают упор на необходимости развивать в себе веру. Именно развитие веры должно помочь человеку
развить в себе любовь, сострадание и так далее. В многих традициях именно вера является основным инструментом, с помощью которого мы развиваем в себе особое отношение к учителю, считая его средоточием любви. Поскольку учитель преподал любовь и сострадание, а не причинение зла, то и в нашей практике по отношению к другим существам мы должны стараться развивать в себе любовь, сострадание, не причинение зла. И когда в нашем пути возникают определенные препятствия, например, нас провоцируют другие существа, то мы можем опереться на учение о терпении, умении прощать и так далее. Поэтому в таких религиозных традициях именно вера, умение сохранять веру, является основным подспорьем для развития сострадания и любви. Если же мы возьмем для рассмотрения нетеистические традиции, для того, чтобы искренне практиковать любовь и сострадание, подчеркивается, что мы должны отталкиваться от понимания закона причинно-следственной связи. Например, в буддизме о законе причинности говорят, во-первых, с точки зрения причинной зависимости вещей. Если мы возьмем традицию Санкхья и джайнизм, то в этих традициях, как и в буддизме, мы не находим понятия Бога-творца. Но, тем не менее, в этих традициях мы находим теорию атмана, теорию «я» или души, которая постоянно, единично, автономно, постоянно. Именно такое «я» утверждается в этих двух традициях. В буддизме мы говорим следующее. Конечно, удовольствие и боль возникают из соответствующих причин. У них есть определенные причины. Но подобно тому, как удовольствие и неудовольствие рождаются из условий, также и сам человек, само существо, которое испытывает все это, также подчиняется закону причинно-следственной связи. Так что причинно-следственную цепочку мы можем проследить также и по отношению к существу, которое испытывает все эти ощущения. И если мы помогаем другим, следствие такое, что мы получаем благие последствия, а если мы причиняем вред другим, то следствие такое, что мы сами испытываем страдания. Это что касается учения о законе причинно-следственной связи, которое преподал Будда. Но Будда также преподал различные философские воззрения, которые вошли затем в различные школы буддийской мысли. Все эти различные философские воззрения были дарованы с учетом разных ментальных наклонностей учеников. Будда даровал не какое-то одно воззрение, но различные воззрения с учетом разных ментальных наклонностей своих учеников. В сутрах о совершенной мудрости говорится, в частности, что ничто не существует независимо, ничто не существует объективно. Когда мы размышляем о таких вещах, как удовольствие, боль и так далее, в некотором роде мы смотрим на них так, как будто бы они не являются вовсе нашими ментальными проекциями. И даже если нам удается логически доказать себе то, что они не существуют независимо, все-таки в нас проявляется склонность к приписыванию им объективного существования. Нам кажется, что все-таки должно быть что-то объективное в том, что я ощущаю, и в самом ощущающем. В сутрах о совершенной мудрости говорится, что, тем не менее, нет ничего объективного ни в одной вещи. Ничто не обладает объективным существованием. Когда Будда даровал это учение, он преподал людям некую инновационную концепцию, совершенно новое учение о том, как вещи существуют. Поэтому в этой строфе восхваления Будды в Маламадхьямика Карике Будда как раз и восхваляется за то, что он преподал взаимозависимое происхождение.
С одной стороны, это взаимопроисхождение с точки зрения причинности. Конечно, причинно-следственные связи... Но если мы проследим далее, зададимся вопросом, что такое эта причина и что такое это следствие, о котором мы говорим, мы придем к выводу, что после окончательного анализа не остается ничего, нет никакой объективно существующей вещи, никакого объективно существующего следствия или причины. Мы можем говорить о возникновении, о прекращении, об уходе, о приходе и уходе, о различиях и единстве, о постоянстве и непостоянстве. Но все это всего-навсего условные понятия. Если мы будем думать о том, что у этого возникновения и прекращения есть какое-то объективное существование, то, конечно, мы будем ошибаться. Такое утверждение не будет соответствовать действительности. Когда мы подвергаем вещи очень глубокому анализу, то мы не отрицаем закон причинно-следственной связи как таковой. Но что же мы отрицаем? Мы отрицаем объективное существование такого закона причинно-следственной связи. Мы отрицаем объективное существование... Прекращение, возникновение, уничтожение, вечности, единичности, множественности. Все это существует, но лишь на уровне условном. Однако в окончательном анализе мы не можем обнаружить все эти реально существующие элементы. Вот почему говорится, почему Нагарджуна говорит, что Будда — это наилучший, наивысший учитель, который преподал такое учение о взаимозависимом происхождении. Когда мы перейдем к изучению 24 главы Маламадхьямика Карики, то мы подойдем к такой строфе, где Будда анализирует Татхагату. Он говорит, что Татхагата — это не совокупности, совокупности — это не Татхагата и так далее. И в конце этой строфы он задает вопрос, что же такое Татхагата? Когда мы размышляем об удовольствии, когда мы размышляем о боли, конечно, мы можем сказать, что хорошее существует, дурное существует. То, что желаемо нами, существует, то, что нежелательно для нас, существует то, что мы, к чему мы стремимся, то, чего мы стараемся избежать, все это существует, но лишь на уровне условных понятий. Но когда мы подвергаем анализу все это, хорошее, плохое, причину и следствие, то мы не обнаруживаем ничего существующего объективно ни в одном из этих перечисленных объектов. Вот почему предлагается такой анализ, как в данном случае на примере анализа Татхагаты, что Татхагата — это не совокупность, совокупность — это не Татхагата и так далее. Итак, единичность, множественность, конечно, все это существует. Хотя причинность предстает перед нашими глазами. Но когда мы смотрим на причинно-следственную цепочку, что мы видим? Мы видим, что она обладает объективностью. Все элементы этой цепочки обладают объективностью. Как будто бы в самом объекте есть нечто существующее в самосущем ключе. Мы можем довольствоваться всего-навсего этим поверхностным уровнем восприятия явлений. Но когда мы начинаем анализировать все эти вещи, все эти элементы, опираясь на традицию Мадхьямаку, то, конечно, мы выясняем, что все эти вещи не обладают независимым существованием. Поэтому,
这种自信的遮粉，唯有遮挡，什么都没有，自信所产生的这种性质是完全不存在的。Что касается отрицания, когда я говорю, что нет слона в этом зале, это утверждение само по себе говорит, свидетельствует только об одном, об отсутствии слона в этом зале. Но если я скажу слона нет, но что это будет обозначать? Это будет означать, что я пытаюсь сказать, что, в этом, что хотя здесь нет слона, в этом зале присутствует нечто другое, есть нечто другое. Когда же мы устанавливаем пустоту, когда мы подходим к утверждению, что нет ничего, что существовало бы объективно, то мы отрицаем всякую объективизацию, всякое овеществление. Все это овеществление, объективизация должны полностью раствориться в пространстве нашего ума. Вот почему здесь говорится, что говорится об умиротворении суеты мысли, если в этом переводе. Седьмой Далай-Лама, говоря о постижении пустоты, утверждал, что подобно тому, как в осеннем небе облака растворяются на небосклоне, в самом пространстве, на самом небе, подобным образом, если наш ум погружен в созерцание пустоты, всевозможные умопостроения, всевозможные переживания растворяются. И что же нам остается? Нам остается отсутствие как таковое, отсутствие объективного существования вещей. И нет ничего в поле нашего восприятия, лишь само по себе постижение пустоты. Когда вы постигаете пустоту, когда вы погружаете себя в процессе медитации, в постижение пустоты, а затем выходите из этой медитации, то в постмедитационную сессию вам приходится общаться с разными вещами. Перед вашим умом предстают разные вещи, разные существа. Но отталкиваясь от своей медитации, в которой вы постигали пустоту, погружались в постижение пустоты, как вы будете видеть весь этот окружающий мир? Хотя вы будете видеть, что эти вещи кажутся нам существующими объективными, тем не менее, они не обладают объективным существованием. В них нет ничего объективного. У них не было ничего объективного в прошлом, у них нет ничего объективного в настоящем, у них не будет ничего объективного в будущем. Что происходит в этом случае? Любая привязанность, любой гнев, любые негативные эмоции, которые, как правило, проявляются в нас потому, что мы цепляемся за реально существующие вещи и события, эта привязанность, она будет падать, она будет устраняться. Когда мы вспомним о том, что все то, что представляется нам привлекательным или, наоборот, отталкивающим, наш друг или наш враг, хотя они предстают перед нашим умом таковыми, все равно они подобны иллюзии. В них нет никакого объективного существования. Когда вы вспомните об этом, напомните себе об этом, гнев не будет так уж сильно провоцировать вас, его сила ослабнет. По мере того, как вы будете продвигаться по пути, вы сможете постепенно снизить силу отрицательных эмоций, сначала гнев, привязанность, и в конечном итоге сможете избавиться и от привязанности, от неведения. Само цепляние за объективное существование вещей будет полностью искоренено. И поэтому здесь применяется в тексте слово «умиротворение». Под умиротворением понимается полное устранение негативных мыслей и эмоций, а также отпечатков следов, которые они оставляют. Чего же вы достигаете в этом случае? Вы достигаете всеведущего состояния Будды. Когда медитационное и постмедитационное состояние ума сливаются воедино, становятся единым целым. И вы также в этом случае искореняете любые заранее сформированные концепции, любое цепляние за вещи и следы такого цепляния. Все это полностью устраняется. И это то, что называется здесь в данном тексте умиротворением. Когда Будды достигают состояния Будды, они приходят именно к такому состоянию сознания.
И вот здесь также говорил выше, что постижение пустоты есть чистое отрицание. Это чистое отрицание, о котором говорили такие учителя, как Чандракирти, Бхавивека и другие. Его Сутишта спрашивает, как много учеников приехали впервые на учение. Получается, что большинство людей, которые приехали на учение, приехали впервые. Из Тайваня. Healthy body, yonglaya, healthy mind, kukudu, kachimu duus, ta duusi le yukuduwa. Ta kandas, loti, shivuji, ta kachimu imachi, ilu nudanti.
이루 동해 중부인은 카세 소동 야구를 주도 여도 봐. 내면 배 대부 체여 봐. 초 상부 주부인은 스무 집에 되는 걸 소소 생각나 대대로 다 뭐 집에 그런 거 두 때니 아니 카세 이런 소동 야구를 주도 여도 봐. 내면 배 대부 체여 봐. 초 상부 주부인은 스무 집에 되는 걸 소소 생각나 대대로 다 뭐 집에 제 대대지 용거 봐. 就算一路的开车的话，当一路的开车的话，当他的路里呀，多过多米，当三界边的，三界边的路段的，当三界边路段的，当顶这个一路的，当看到公安线吧的这个一路线吧线的也要接一切，当公安线吧的，当得要到十三的六十四米就逆切。 甚至考虑呀，甚至咱们的用药的地理嘛去，但甚至我拿了，哎呢，甚至中间的，洛肯的是几位呢？哎呢，就某路过去的，就某些过去的，但是这一切，提懂的，哎呢，但看到电话，电话接线，电话接线接的，中间所跟的洛特了怕，当年前个洛西没得啥呢？ 그대화스다 개화스지 정신이 개화스럽다 했기 때문에 다 단답이 개화스를 시작하려면 또 시작 다 간다 개화스야지 말하는 거 간다 중생 끌면 그거 대화 대화 인도 대화 영향이 뒤진 뒤에 상불지 그래 그다음에 대화 영향이 두절 개화스겠다 두개 대화 대화 인자 두개 면 되버리 어 두개기 뭐지 보수고요 아래 근데 인도 두개기 두 대기 디그르 차이고요 아래 말하는 거 옆에 가서 일단 직장이야 다 뭐지 뭐지 하지 그 속이 왜 이제 자네 달라야 뒷버스입니다. 다 기지 있어야 돼. 뒤로 올 때는 시야마다 개미 누가. 다 뒤로 이만 이제 자네 다 이루 다 지금 삼주 삼주도 수와 이하로 채네 이제 자네 다 아니 삼금 리고디 개부 시우 지금 다 통용 누가. 가려서는 간다 지금 Люди думают, что это только тюдикинские ингредиенты. Ты тюдикинцев сочек-то сомти мотивы решаешь. Да, ты не идешь сом мотивы сонгать, кара-кара чек-то. Но, да, ты по тонлен читанте кандас чек-то. Сом мотивы ютабы-то, мэнсэнэ чая-ямаре, аратунни пэя-ямаре, драксэнэ пэя-ямаре. Да, да, яшу дырша, обуржин чай-чай, дедук цоа-ибады по гуа-шана, мэнэ пэдэ, дос. 가서 우리 로봇 설치지. 근데 이 자식이 누구야? 이번도 제약이면 되고. 자, 니들 인도산에 다, 다, 무지부 용에 디 자워놓고, 삼류탄에 용대로 치기. 이 무지부 용에 애니 룡하게 니즈지도 탄체. 또 수용되게 되고. 자, 니들 인도, 개화도 디고니자로, 류지권에 사야, 응하권에 사야, 이권에 사야, 진다, 숨디와 채우면 되고. 나도 우선에, 애니, 가다 생각 좀 읽고 어디 개우 쉬우시던 데겠지. 자고 못이고 쉬웅 지 신내다. 얘는 상도 어떤 적이 냐면 제가 여기 이디 생각 좀 읽고 개우야 하래. 다가는 시기 뉴모 세아지 문지 전에 대외 뉴모 수 수기 뉴모 수미 다 지내면 제가 지금 한다 지금 뉴모들이 야채네 샤야래. 자 다이네 드르체지 다. 시우지기 롬니 때문에 리수 요하를 맞으시 배지 무디고 나지 배지 공부를 하시아 저는 무디고 쳐져서 럭디기 다 뒤에 장고를 했어 뭐냐 배지기 인전 엔션드 인전 사이콜로지 시라 부타고 요하를 다 뒤에 장고도 시야되기 자다 산재배 슝나라 뒤에 배지를 한다 슝나라 개부 요하라 뒤에 로종체니 이제 가다와 에는 안 하던 뒤 배셔다 루리스 신 수도 배지 신주시 세셔들 때다 성공을 보고 시작용도가 소리들이셔. 다고 성공을 보고 이 개우 용과하고 그 동맥이 자아로고 로트 모두 다는 용기로 보다. 데려다가 서주 남은 안 돼야 뒤 상황로 생기되는 용기로 보다. 이루되는 로야시다로.
Что касается достижения полного умиротворения умопостроения, или, как в тексте сказано в этом переводе, суеты и мысли, умиротворение всех омрачающих эмоций, а также их следов, их всех отпечатков. Когда мы говорим об этом, когда мы говорим о той цели, которую мы ставим перед собой, и эта цель — искоренение всех омрачающих эмоций, а также их отпечатков, их следов, оставленных на потоке ума. Следует задаться вопросом, а зачем нам все это? Действительно ли это стоит того, чтобы устремляться к такой цели? Действительно ли нам нужно устремляться к полному пробуждению? Мы — живые существа. Нам присущи чувства удовольствия, чувство боли. Боль — все мы знаем, что боль — это есть нечто неприятное, нежелательное для нас. А удовольствие, счастье — это то, к чему мы стремимся, чего мы хотим. Нам не нужно доказывать себе, что все обстоит именно так. Мы можем сказать, что это так, исходя из собственного опыта. Эти желания избегать страдания и обретать счастье — есть наши врожденные желания, наши естественные желания. Мы все с этим приходим на этот свет. В человеческом обществе мы делаем всевозможные вещи для того, чтобы избавиться от трудностей и приумножить свое счастье, приумножить свою радость. Мы идем на самые разные шаги, на самые разные меры. Все, что происходит в человеческом обществе, вызвано тем, что мы хотим счастья и желаем избегать страданий. Если мы обернемся назад, посмотрим на историческое развитие человечества, то мы увидим, что люди всегда искали в чем-то прибежище, всегда старались вверять себя тем или иным объектом прибежища, попытки избавить себя от страданий. Если говорить о теистических религиях, то теистические религии утверждали, что мир сотворил Бог-творец, и мы часть этого сотворенного им мира, часть творения. Однако у нас есть определенная свобода воли. Мы можем сделать выбор, либо следовать заветам Бога, наставлениям Бога, либо идти вразрез с ними. И если мы будем искренне следовать Божьей воле, что произойдет тогда? В этом случае, в завершении всего, мы отправимся в рай. Если же мы будем поступать вразрез заветом Бога, наставлением Бога, если мы будем причинять вред другим и будем поступать так, как нам заблагорассудится, то в конечном итоге нас ждет страдание. Теистические религии таким образом утверждают, что природа Бога — это природа любви, любви ко всему. Мы часть сотворенного Богом мира. Значит, у нас есть так называемая искра Божья, частичка Бога. И значит, если мы будем следовать учениям Бога-Творца, учениям Бога, если мы сможем искренне всеми силами следовать Его наставлениям, то мы будем усердствовать в своей практике, мы будем развивать в себе сострадание, развивать в себе любовь, взращивать в себе положительные качества, то тогда, будучи последователями теистических религий, мы найдем пользу в этих учениях. Если же мы следуем нетеистическим религиям, то нетеистические религии также говорят о
Удовольствие также говорит о страдании. Что касается удовольствия и страдания, мы можем разделить на удовольствие и страдание, оттолкнувшись как от чувственного уровня, так и от умственного уровня. И, конечно, умственный уровень, он гораздо сильнее, нежели уровень чувственный, уровень телесный. Современные врачи, современные ученые говорят о том, что здоровый ум чрезвычайно важен для здоровья тела, для телесного здоровья. Если у нас спокойный, умиротворенный ум, то пусть даже на физическом уровне мы испытываем боль, на внешнем физическом плане есть какие-то трудности, какие-то страдания, но в силу того, что нам присущ спокойный, умиротворенный ум, и мы можем сохранять такое состояние, то телесные боли, телесные страдания не причинят нам такого уж большого вреда. Если мы очень спокойны, если мы сохраняем внутреннюю целостность, внутреннее равновесие, то мы можем даже пожелать взять на себя добровольное страдание других существ. Это не причинит нашему уму никакого беспокойства. А если наш ум слаб, то тогда при самой малейшей провокации мы почувствуем, что наш ум приходит в смятение. Поэтому в конечном итоге зависит от того, насколько нам удается сохранять спокойствие ума и целостность собственной личности. Итак, покой ума — это ключевая причина для сохранения. Внутреннего покоя, внутреннего счастья. Итак, у нас есть два уровня. Это, во-первых, чувственные виды сознания, связанные с органами чувств, и у нас есть ментальное сознание. Ментальное сознание или умственное сознание мы можем также разделить на первичные и вторичные факторы. Если наш ум несчастен, если наш ум неспокоен, не умиротворен, то это вынуждает нас страдать. Страдание порождается неблагой кармой, недобродетельной кармой. Если мы хотим что-то этому противопоставить, нам нужно отталкиваться от благих деяний, нам нужно совершать добродетельные дела. Как я говорил вам выше, нет необходимости доказывать нам, что мы не хотим страдать, и мы хотим счастья. Это есть нечто для нас естественное. Если мы хотим счастья, если мы не хотим страдать, нам нужно избегать негативных действий, и нам нужно стараться взращивать позитивные действия, добродетельные дела. Тогда, а значит, нам нужно развивать в себе добродетельные состояния ума, которые позволят нам совершать добродетельные деяния и, как следствие, уничтожать страдания, избавляться от страданий. В буддизме у нас есть огромное количество различных объяснений, множество писаний, множество текстов, в которых мы находим объяснение того, что может быть названо психологией буддизма. Мы можем говорить вообще о древней индийской психологии. Это невероятный источник, обширный источник информации о том, как нам справляться со своими отрицательными эмоциями, с отрицательными состояниями ума, и как взращивать в себе добродетельные и позитивные состояния ума, которые противостоят негативным. Ведь негативные состояния ума влекут за собой несчастье, влекут за собой боль, страдания. И что касается наших действий, у нас есть действия, совершаемые на уровне тела, на уровне речи и на уровне ума. Итак, в буддийских текстах мы находим очень подробное объяснение того, что может быть названо буддийской психологией. Содержится огромное количество объяснений, что такое состояние ума, что такое различные ментальные факторы. В тибетской традиции у нас есть учение лорик, изучение ума, изучение психологии. Сейчас
Мы прервемся на 15 минут, это будет 15-минутный перерыв, а потом мы продолжим.